Приветствую всех ценителей ножевой тематики. Решил сделать видео. Не знаю, сколько времени это займет. Поделиться своим, скажем так, наблюдением и опытом по заточке. И рассказать о том, чем я пользуюсь. Став в какой-то момент обладателем какого-то количества ножей, я думаю, каждый человек, кто увлекается ножами, приходит в какой-то момент к необходимости, к тому, что надо точить иногда эти ножи. К примеру, у меня плюс-минус в наличии всегда около 20 ножей. И пару лет назад, не пару, года полтора назад это было, когда все начиналось, стал вопрос о приобретении какой-то приспособления для заточки. То есть к тому времени я уже понимал, что руками точить у меня как бы не очень. Я желаю точить руками. Стал понимать, что необходимо соблюдать некоторые правила, углы. И стал обладателем вот такой вот точилки Schrade, которая представляет из себя вот такую вот подставку, которую я привинтил на брусок. Я, кажется, про нее уже снимал. Вот такой штатив. И камни. Первоначальные были вот такие вот родные камни Schrade. Здесь 600 и 1000. То есть первое самое, то что было с этими, с этой точилкой камни, китайские вот эти, они еще более-менее, скажем так, можно было работать. Да, это, конечно, не очень хорошие камни. Они быстро забиваются, также вырабатываются, также отлепляются от этих бланков. То есть вот для сравнения, выработанный камень и вот такой вот новый камень. То есть после этого я заказал, мне привезли еще комплект. То есть через пару-тройку месяцев произошло вот такое вот, что в процессе равняния, выравнивания, вернее, камни стали тонкие. Вот этот 600-й у меня даже в какой-то момент он поломался. Видите эту трещину, я его наклеил, иногда я им пользуюсь, но в последнее время, в принципе, я эти камни уже, можно сказать, забросил. И так они, в принципе, и лежат в этой коробочке. Потому что я понял, что это не работа, это просто геморрой с этими камнями возиться. Именно вот с этими. Мало того, что они не работают как надо, и постоянно забиваются. То есть, к примеру, такой вот складничок может занять целый день, если ты решил перепрофилировать и хорошо заточить. И все равно хорошо заточить не всегда получалось. Бывало, что и в этих камнях попадались какие-то включения, которые, скажем так, самый крупный там, самый мелкий, вернее, тысячная гритность, которая, в принципе, скажем так, для заточки нормально. Но я его использовал как бы как финишный. Но все равно нет-нет, вылазила какая-нибудь гадость, которая портила мне всю картину. Делала мне какую-то царапину. Вот, и приходилось все это дело перетачивать.
Ну и все, как бы забросил я эти камни и решил все-таки попробовать алмазы. Понятно, я интересовался этим вопросом до того. Я знаю, что есть другие, более качественные камни, всякие Чисера, Нанива, Барайт. Ну, не знаю, вот этот вот опыт отрицательный, который я получил с этими китайскими камнями, наверное, сделал свое дело, что я решил выбрать алмазы. Теперь что происходит с алмазами? Мне, не знаю, может быть, так повезло, что с плохими алмазами я как бы изначально не столкнулся, с какими-то непонятного производства. Я приобрел эти алмазы, это алмазы ДМТ, и постепенно начал ими работать. То есть поначалу я тоже не очень, скажем так, доволен был результатом. Все те вещи, которые говорят про алмазы, что они очень агрессивно работают, что они пагубно влияют на режущую кромку, это правильно. То есть здесь я как бы в этот момент не защищаю алмазы. Но с опытом пришло понимание, и сами камни, они раскрылись для меня по-другому. Что значит раскрылись? Они раскрылись в прямом смысле. То есть они приработались. Вот комплект у меня, скажем так, приработался после где-то 3-4 ножей. Уже стали значительно лучшие результаты. То есть это были, там кажется, одна CTS 20 CP. То есть это аналог 90 CV. Я перетачивал. Потом две было М390. Еще какой-то был. Ну, в общем, после 3-4 ножей я заметил, что камни стали работать очень мягко. То есть они не то, что совсем мягко стали работать. Но вот та агрессивность, то есть они стали работать намного медленнее. И та агрессивность ушла. И, к примеру, вот показать камень. Вот сейчас здесь еще как бы не доработанное, но здесь вот я начал работать 1200. Вот так выглядит РК. Пробую немного это приблизить. То есть здесь не зеркало, зеркало такое, полузеркало. Но очень равномерные рисочки. Что плохо в алмазах, когда они не открылись. Вот так вот это выглядит приблизительно. Что, когда ты работаешь, и вдруг у тебя вылазит какая-то гадость, какой-нибудь там пень, я не знаю, образуется, и получается, он тебе дает царапину и разрушает всю твою работу. Вот это 1200 так выглядит. Еще что произошло интересного, что вот у меня камни, понятно, что при профилировании я использовал сначала корс. Корс здесь это 320, кажется, 325 гритности, то есть это сколько, около 12 микрон, как я понимаю. А не, это 45. 325 это 45 микрон. Но благодаря тому, что он самое большее работал из всех, сейчас он мне больше нравится, чем даже Fine. То есть Fine по гритности он меньше, но из-за того, что я не так много работал, он еще не так уж, как сказать, приработался, да? То есть он приработался, он в принципе нормально работает, но сейчас они у меня поменялись местами. Получается, что сначала я делаю Fine, потом я делаю Course. То есть те
следы, которые оставляет в этот вот сейчас Корс, они более равномерные, чем у Файна. Хотя должно быть наоборот. Вот. Потом, к примеру, новые камни, да. Вот сейчас я взял восьмитысячник. Он еще не открылся. Я периодически им делаю. То есть он у меня получается самый первый. То есть я жду, пока он у меня откроется. То есть когда я начинаю какое-то перепрофилирование, допустим, я начинаю сейчас с него. Вот. Я, понятно, не довожу им прям до самой режущей кромки. То есть выхода на режущей кромке не происходит грубым камнем. Постепенно меняя гритность, я прихожу к тому, что выход на режущую кромку уже происходит на 1200 на вот этом вот камне. То есть здесь вот сейчас в данный момент только-только, скажем так, начался выход на РК. Сейчас, если мне это удастся поймать. Тут еще не все хорошо проточено. Вот тут кончик мы видим. Совсем маленькая такая тут. Вот так вот, наверное, видно. Тонюсенький вот этот вот. Вот даже, ну, очень тонкий вот этот вот промежуток непроточенный. Идет по краю. То есть вот это я буду доводить сейчас. Вот этим вот экстрафайном. Экстрафайн это 1200. Вот. Я думаю, я пока выключу камеру. И когда буду делать вторую сторону, покажу разницу между работой этих камней. Все, пока-пока. Так, я продолжаю. Перевернул я на вторую сторону нож. Сейчас попытаюсь продемонстрировать вам работу неприработанного восьмитысячника. На той стороне это был 1200, который уже хорошо приработался. И сейчас мы будем... Сейчас я покажу, как выглядит поверхность после восьмитысячника нового. То есть такой вот вид. Видим довольно таки хорошие риски. И это 8000. Они довольно равномерные, но все равно они грубые. То есть на данном этапе использовать этот восьмитысячник, скажем так, по прямому назначению еще рано. Пока у меня идет 1200, который он идет у меня на доводке, скажем так. Вот так вот выглядит. Поверхность. Я поменяю камень. Вот сейчас я прошелся немного буквально 600-м, тот который файн. Сейчас при приближении можно будет увидеть разницу. И то это 600-й, который тоже еще толком не приработался. То есть он уже работает, уже равномерность есть, но
Вот так вот здесь, наверное, можно разглядеть то, что сверху РК мы видим еще вот эти грубые царапки, грубые риски от восьмитысячника, который еще не открылся. А те, которые ниже, это вот 600-й работа. То есть более мелкие рисочки. Так вот, наверное, видно. Сейчас буду просто пока для примера. Пока пройдусь еще после немного этим. И потом поставлю тот, который Корс, но который уже хорошо открытый. И вы увидите разницу. Про то, что я говорил. Вот, прошелся я немного синим, тот, который Корс. Поверх файна. И я буквально немного прошелся, чтобы остались еще предыдущие, скажем так, следы. Чтобы можно было разглядеть, как по них, поверх их ложатся новые. Теперь картина выглядит вот так. Тут вот видно участки, которые еще вот так вот в верхней части больше не проработанные. И сейчас вот это все мне надо будет выводить. И потом будет уже 1200 я покажу. Вот, немного прошелся я этим Корсом. Скажем так, еще чуть-чуть вывел. Поверхность стала более равномерная. Ушли от предыдущих абразивов риски. Наша поверхность приобрела вот такой вот вид. Приобрела. Более однородный. Без каких-то грубых царапин. Ну, ловись, фокус, вот. Но опять же, это пока я не выхожу. Там есть какой-то волосок, который мне будет трудно выловить на камеру. Который я стараюсь, чтобы до 1200 туда не выходить совсем. Вот сейчас я это дело пройду сверху 1200. И вы увидите разницу. В общем, дошел я до экстрафайна 1200 грит. К сожалению, свет из окна натуральный. Пока я тут возился, он, в общем, чувствую, что постепенно угасает. Вечереет. Не знаю, как это сейчас скажется. Смогу ли я показать результат.
просто искусственный, не очень хорошо показывает результат. Искусственный дает больше блики. Что такое? Вот сейчас начата работа. 1200. То есть это начальная только. Здесь еще надо много выводить. Много, немного, но несколько минут работы есть. Сейчас попробую все-таки с подсветкой. Но все равно уже заметен результат. Именно как бы вот это не зеркало такое, матовая поверхность. Но уже более равномерная, уже не так видны эти рисочки на этом этапе. То есть в процессе прохода. Все это будет еще более зашлифовано, будет, скажем так, более зеркально. Зеркала не будет, но, скажем так, более приближено. Пока не ушел весь свет дневной, продолжу чуть-чуть снимать, потом уже буду доводить все это хозяйство. То я решил снять, то есть поделиться опытом по ходу того, как у меня родилась идея тестирования двух Siemens. Вот сейчас в данный момент здесь на заточке, на такой переточке, это Insingo. Потом, не меняя угол, в этот же день, сегодня, будет обычная Siemens'а заточена. И что я хотел сказать основное. Я не хочу говорить, что это правильно или что это неправильно, алмазы. Но у них есть свое преимущество. Основная моя мысль, что я хотел сказать, что надо понимать, что ты делаешь. То есть, чтобы достичь результата, нужен все равно некоторый опыт. То есть, точат не просто какие-то заточные приспособления, камни, точат голова, точат руки. То есть руки — это на уровне ощущений, да, то есть то, как ты проводишь камнем, то, как ты контролируешь все эти движения, ну и также, понятно, визуальный контроль, как идут, где идут твои рисочки. И в качестве абразивов, вот алмазы, в принципе, мне они очень нравятся. То есть с ними нету вот таких геморроев, как с камнями, например. Выработка у них очень-очень минимальная. То есть я не знаю уже сколько-то месяцев, там, если какие-то микроны, там, я имею в виду по плоскостности, если смотреть, что это вообще ничего. Я имею в виду седловидности, тут образуется очень-очень медленно. Это вот камни, как вы видите, на металлической связке. Вот этот вот весь где-то больше миллиметра, миллиметр. Это вот все, скажем так, алмазный такой состав. То есть
кристаллы алмаза, смешанные с каким-то мягким металлом. Все это налеплено на такой вот жесткий пластик. То есть все это очень легко моется. Понятно, это можно как-то погнуть, можно это, ну, испортить. Но если аккуратно с этим обращаться, в принципе, очень долго могут служить вот такие вот, такой вот простой набор, который, в принципе, стоит недорого. Вот, к тому же, можно очень хорошего уровня достичь заточки. То есть я не скажу, что это уровень каких-то там, не знаю, специальных синтетических камней. Может быть, нет. Потому что тупо даже я как бы до этого уровня я сам не доходил с этими камнями. То есть у меня их не было. Но мне хватило для моих, вот скажем так, потребительских нужд. Вот без заморочек, без каких-то лишних головников. Опять же, все это пришло с пониманием, то есть процесса самой заточки и понимания самих камней, как они работают. Вот поэтому я посчитал необходимым поделиться это с людьми, потому что есть как бы информация, да, что люди просто боятся работать камнями алмазными, и это как бы оправдано, потому что многие некачественные абразивы алмазные, они действительно все портят, то есть реально наносят значительный ущерб режущей кромке. Но если подобрать нормальные камни и аккуратно с ними работать, контролировать процесс, понимать, что ты делаешь, то это, в принципе, как бы нормально, я имею в виду, имеет место быть. Я это не ставлю в конкуренцию каким-то другим камням. Я просто говорю, что это разумный результат за разумные деньги, за разумное время и без всяких заморочек. Как бы заморочки, это тоже личное дело каждого. Может каждый заморачиваться, там можно до бесконечности с этими камнями играться. Это я как бы тоже понимаю. И, то есть каждый выбирает себе эту дорогу. Если ему нравится, как бы почему нет? Там места для экспериментов как бы очень много. Единственное, что я хочу только вот еще поэкспериментировать, это вот до паст я не добрался. Еще есть, я знаю, у Нанивы есть алмазы, которые тоже очень хвалят. Посмотрите, как они работают. Ну, вроде они тоже как не дешевые. Может быть, у кого-то есть опыт работы. Я был бы рад, если бы кто-то выложил или в комментариях написал. В общем, вот такое видео получилось, не знаю, немного сумбурное. Но думаю, основную мысль я донес. По изображению тоже, я думаю, там будет что-то, что можно будет разобрать. Максимум что-то в комментариях я поясню, кому непонятно. Все, благодарю за внимание. Всем пока.